أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Особо говорит и нечего, то, что алимы до сих пор рассказали, если будем следовать за ними, нам вполне будет достаточно. Хочу благодарить Всевышнего за сегодняшний день, за то, что Аллах нам дал возможность вот так собираться, видеть друг друга. И поздравляю всех присутствующих с Рамазаном. Благодарю Всевышнего за то, что мы можем сегодня собраться вместе все. Несомненно, ифтары объединяют мусульман. Но последние годы мы были лишены совместного разговения из-за случившегося в мире пандемии. Вот за что мы должны благодарить Всевышнего, за то, что сейчас Аллах нам дал собираться заново вместе. Поэтому для нас особенно дорога и ценна эта возможность сегодня быть вместе, видеть друг друга, поздравлять воочию. Дай Аллах, чтобы посредством этого Рамазана каждый из нас очистился от грехов, стал крепче духом и обрел нравственное здоровье. В такой прекрасный день мы не сможем молчать о том, что наша радость разбавлена печалью и скорбью. По сыновьям Дагестана, которые погибли в спецоперации на Украине. А также, что бы мы ни делали, в наших сердцах присутствует тревога за тех ребят, которые в данный момент с честью, я подчеркиваю, с честью, выполняет свой воинский долг и рискует жизнями. Каждого из них с нетерпением ждут дома, живыми и здоровыми. Мы сейчас вместе сделаем дуа для них, за всех присутствующих и за тех, кто нуждается в наших молитвах. Вы тоже амин говорите. Алхамду лиллахи раббил аламин. Фатиха.